Перебежали. Да, а то последняя машина поехала. Пойдемте фонтаны посмотрим. Вперед. Смотри, вон там. Смотри в другую сторону. Смотри. Вижу радугу. Ух ты. Как красиво. Разноцветную. На фонтан смотри. Вы же видите это, ребята? Зачем же здесь замок? Мне кажется, кто-то забыл, что пристегнул, а ключи выкинул. Видимо, раньше это было очень популярное место для того, чтобы вешать свои замки. Влюбленные парочки обязательно всем этим пользовались. О, какой красивый замок! Про любовь! И он еще такой золотой. Правда, уже чуть заржавел. Остальные совсем заржавели. Ух! Ну что, Катя, нравится? Можно я могу этот замок снять? Как? Катя смогла снять замок! Ничего себе! Ну давай, вешай его. Так что, ребята, тут замок про любовь, который остается на этом месте, и вы всегда можете его снять. Как ты понимаешь, повесить на место, чтобы... А, Галина! Которые 10 лет своей свадьбы отметили этим самым замком, были бы довольны. Молодцы! Еще раз. Какие веселые уточки! Точно, смотрите, сколько здесь уточек. И они, по словам Кати, такие веселые. Но у нас нету. Мы тут таких лёгких много нас. Давай, кидай. Давай, бросай, посмотрим. Давай. И как сказать надо? Дойдут сейчас, смотри. Давай! Гули-гули-гули-гули. Куда тут бывает, Катя? Утки, стойте! Стойте, слева! Ух ты, какая интересная площадка! Ничего себе! Ух ты! Что это, Катя? Еще тут кухня! Вау! Мы нашли такие игрушки классные! Ну, давай зайдем в домик! Но, по-моему, домик это самое интересное! Такую интересную площадку, поэтому сейчас вам ее покажем. Ребята, это прикольно! О, по-моему, кто-то уже полез наверх. Эй, кто там? Пока вам домик. Катя забралась на крышу. В этот домик можно проникнуть несколькими способами. Сейчас я вам их покажу.
домике. О, какой классный диванчик, Катя, присядь на него и посмотри, какой. Ха-ха-ха, здорово. Что? Они такие огромные. Понятно. Второй способ попасть в этот прекрасный домик — это вот по этой горке. Как скалолаз. И вы снова видите Машу и медведя. То есть еще одна очень интересная лесенка, в которую же сложнее залезть. О, как полоса препятствий. И все равно ты попадаешь в этот волшебный домик. И, конечно, еще один способ, о котором вы догадались, ребят, после меня, это взять и забраться по этой горке. Только не сверху вниз, а снизу вверх. Вот так вот. И вы снова в домике. Еще в этом доме, похоже, живет белочка, и она не очень-то довольна нашим визитом сюда. Посмотрите на ее мордаху. Ой. Мне кажется, она сейчас будет ругаться. Ой, болит. Ну и пока Катя у нас занимается изучением качелей, давайте попробуем проникнуть в этот волшебный домик. Ведь вам тоже хочется посмотреть, как там внутри. Я очень хочу. Но я полезу по этой самой простой лестнице. Вперед, на солнце светит. Вперед. Ух ты. Как здорово. Ой, тут все такое настоящее. Ой, я ударился головой. Ой, тут же домик для малышей. Ой, а я залез сюда как медведь. Ух, на этот диван я точно не сяду, потому что здесь, посмотрите, это только моя рука. Она половина этого дивана. Зато смотрите, как здесь прикольненько. Как здесь интересно. Тут настоящие окна. И через них можно все видеть. Ух ты, можно видеть фонтаны. Как красиво. Какой замечательный вид из этого домика. Ух ты, здесь даже есть наверху окошко. А еще у нас есть, конечно же, балкончик. Но я на него точно не смогу вылезти. Он такой маленький. Хотя, ой, чего не сделаешь только ради своей любимой дочки. И отсюда тоже самый замечательный вид. О, какая же красота здесь. Ух ты, пух ты. Что-то там качается. Ой, это Катя. А я уже лезу назад. Вот сюда ведут такие вот ступенечки. Пам-пам. А здесь такое окошко. Да как же здесь красиво. Я бы захотел жить в таком домике, конечно. Как и вы, ребята. Я уверен в этом. Ух ты. Вот. И отсюда мы попадаем прямо на горку. А можем еще спуститься иначе. Но с горки, по-моему, тут классно, она пластмассовая такая, крутая вообще. Хорошо бы с нее что-нибудь запустить, чтобы посмотреть, да? Но мы сейчас это сделаем. Почему папе? А ребятам? А ребятам вам покажу еще. Пойдемте? Пойдемте. Заходи. Захожу. Заходи. А краны не бухнется. Смотри, какого нижнего этажа. Ух ты. Тут на нижнем этаже даже есть столик такой классненький. Ну-ка садись. Ты как будто ученица, Катя. Да. Хоп! И девочка. Зачем ты ее кинула, Катя? Ну и, конечно же, ребята, мы задержались в этом домике до самого-самого вечера. И сейчас с вами Катя попрощается. Ставь
ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! А вы что, останетесь здесь жить? Нет. Почему? Потому что тут нет кроватки. Но есть же диванчик. А мы, ну... Ну попробуем на него уместиться. А-а-а, моя голова будет падать. А попробуй в другую сторону. Вот! Все! А ноги торчат! Всем пока, я стою здесь спать. Спокойной ночи, Катя! Супер скорость! Видео Катика ТВ. Всем!